Выходим. Это в Hello Neighbor Hunter Seek. 4 уровень. Давайте назовем зомбическое кладбище. Вот он. Давайте. Да, начать с этого момента. Души серии, как можно это пропустить? Ага. Так, что у нас здесь? Труба, давайте с ней взлетим. Она толкает-то совсем-то немножечко. Вот, смотрите, вот он. А, нет, это надо... Там, где... Это, вроде там бомж есть, ему надо дать эту книжку. Стать умным. У него же мозги маленькие. А где магаз? А, вот он. Ты ж падла. Вот он где. А, пошлите к той трубе, мы уже активировали ее. Я пока вообще не встречаю этого охотника. О, смотрите, какая мощная стала. И что? И что это такое? Хрень какая-то. Нифига нас никуда не толкнула даже. Херня какая-то. Мы ж туда бежать. О, смотрите. Дайте мозги. Ладно. Не хотите, не надо. Не хотите, не надо. Ну что, да? А что это за хрень? А что я? А что мне с этой хренью делать? Включаем вот это. Ну,
вроде все. Давайте пойдемте в магазинчик. А он не пролезет сюда. Спасибо большое, еще я дверь. Понятно, спасибо большое. Я благодарен моему прыжку. А! Сбил. А вот так, он будет там вообще? Ты куда? Ну почему? И куда ты меня закинул? И чё? Как оттуда выбираться теперь? А вот этой? А, да. Я думал, так все уже все потеряно. Пока что нам не попасть. Или попасть? Нет, в магазин пока не попасть. Это жаль. Давайте туда сбегаем. Что здесь такое? Опачки. О! Который не работает. Понятно. Закрыто, блин. Сюда как-то можно? Может, там что-то? Я вообще ничего не знаю, что здесь делать. Как тут? Ладно, давайте туда слазить. Что-то... Нахер он мне нужен? А! Ничего, поворот событий. Спасибо большое. Может, здесь что-нибудь есть? Да, хрен. Чего нету? И чё? Что за хрень? Ну давай, крутись. И что? Допустим. Заработал?
О, да, да, работает. Смотрите. Вот эти его мозги. Его ж не мозги. Чё они такие маленькие? Это, наверное, ему нужно принести. Вот эти. О, смотрите, у него мозги выросли. Мозги. А, они еще не доросли. Надо сейчас принести этим, книжку. Сейчас книжку за книжкой пойду. Значит, я просто сделаю. И где она летит за мной? Прям нагло за волосы. Где ее? В каком месте я сейчас деньги эти? Книгу и оставлю. Я не помню. Что это такое-то?
Офигенно. Я просто тупо не долетаю до того места. И куда ты летишь? Что это такое-то? Ладно. Конечно. А надо прыжок нажимать. Сейчас сюда побегу. Да что это такое-то? Что это такое? Что это? Этой хрень невозможно долететь. О, давай, да твою ж мать. Давай, долетел. Что здесь, эта книжка? А, вот она, эта книжка. Держи книгу. Теперь нужно... мозги забрать. Да что это за проклятие на мне? О, смотрите, у него мозги. Мне не дают. О, спасибо за мозочки. Спасибо за мозги. До свидания. Вот сюда мне надо. Так, что что-нибудь есть? О, вот это нужно. Теперь сейчас я напишу, я застрял. Ha!
что мне с вами-то сделать? Что мне вам-то надо взять? Нет, не пизжу. Немножко сюда-то. Тут вообще чего полезного. А, оказывается, можно вырваться отсюда? Там я уже побывал, мозги забрал. Опа, а там я был? Что мне там показывать? Что мне там делать? А, на часовнях часы. Что они мне делать предлагают? Как там мне нету? Где-то за 30-40 минут мы пройдем. Все на жопу. Так, тут меня никто палить не будет. Так, а как мне туда забираться? Как мне на холодильничке забираться? Ненавижу перелеты. Я хочу прям застрелить. Раз.
забрал. Да. Что вы стоите? Мяско. Мяско мне нужно. Что, нельзя что ли взять? Вот блин, вот жалко, конечно. Вот жаль, что мяско ваше нельзя взять. Ну ладно. Что такие высокие холодильники делают? Я даже не шарю, как на них забираться-то. У меня еще лишь два мозга. Зачем я сюда спрыгну? Я же забрал отсюда. Так, три. Если в этом холодильнике есть еще мозг, то 4. Блин. Меня это уже злит. Эти перелеты. Почему здесь-то не так неуклюже-то прыгают? Четыре мозга уже. А давайте еще здесь посмотрим. Тут есть мозг? Ну, что там делать? Так, пацанчики, я вас тут оставлю. Вот, держите. Я пошел другие собирать. Пока мои там поохраняйте. Все остальные я прошел без смертей, кроме первого. Потому что я там умер всего лишь один раз. Ой-ой-ой, ты блях! Я ненавижу, что такие высокие холодильники делают. Господи. Чем-то именно тут-то такие сделали. Понятно. Я пошел за коробками. Мне это бесит. Ну, за коробками. Мне это правда уже заколебало. Нормально, блин, залезть не могу. Вот, коробки беру я, ваши проклятые эти коробки. Буду на эти холодильники забираться, с помощью ими. Тут я забрал маски. Окей. Тут еще нет. Забрали один. Где еще холодильничек? Холодильнички. Опа, очки, это что такое? Ой. Ой-ой. Хрень какая-то. Еще сколько там? Еще один мозг. Еще плюс один мозг. Возьмем еще две коробочки. Мы заберем здесь. Ой, не то взял. И еще четвертый, еще мозг. Все взял, все. Значит, у меня раз, два, три, четыре, пять. Ой, раз, два,
три, четыре, пять, шесть, семь. Вроде 8 должно быть, я не помню. Где-то примерно. Здесь я его собрал. А, нет, я еще здесь-то не собрал. Здесь я собрал. Так, тут я собрал. Там вроде тоже собрал. Нигде не пойти. Там я собрал, я помню. Да, там собрал. Где-то я чувствую, где-то я еще не собрал. Я не собрал. Ну ладно, будьте пока тут, мои мозги. Я пока пойду. Только пойду положу мозги. Потом за теми вернусь. За теми четырьмя. За теми мозгами. Понятно. Пошлите сюда. Будет, а еще мясо надо как-то взять. Только как мясо брать? А мясо нельзя ваше взять? Почему ваше мяско нельзя взять? Там же еще несколько. Я заберу ваши мои эти мозги, которые я его составил. Мясо-то нельзя ваше взять. Ну, пожалуйста, мясочек. О. А, ладно. Пу-пу-пу-пу-пу. Говорю, кофейку. Надо сейчас... Сейчас нужно обыскать этого мелка, чтобы он нам мне не мешал. Чтобы я нормально взял и закинул... Ой, не здесь, вот здесь. Вот так, оп. Чтобы я нормально закинул эти мозги. Ну, вроде немного осталось. Перелет. Прям нужно время. Прям нужно место упал. Целых четыре мозга надо закинуть. Четыре мозга. Да вы что? Четыре мозга. Я кинул один мозг, надо искать. Куда ли? А где еще один мозг-то? Где-то мозг просрал. А, вот он.
продолжаем. Просто я тут снимал, я не знаю, когда именно я это снимал, продолжение. Может, это... Не помню, когда я снимал его. Неделю назад или 3 дня назад. Еще долго я это не снимал. Что вам нужно? Дайте мне эти тормозга. Что этот дебил там ходит? Что-то там дебил этот. Сейчас начнет. А, кстати, мне даже надо на вот этот. Только не перелет, только не перелет. О, спасибо. Я тут одну штуку узнал. Что? А, всем привет, девочки! Сегодня мы проходим Нетберг мод текстурпак на красивый макияж. Да, вы не ослышались, макияж. Макияж! Макияж! Не слышишь? Макияж! И что там другое? Там никак не так. Вот, по вот этим можно разобраться, да? По вот этой? Меня туда даже не пускают. Сюда меня не пускают, а как мне забираться? Вроде, может, по вот этой? Да впустите вы меня! Меня отталкивает. Что? Мне как-то попасть надо на вот эту трубу. Перелет. Я ненавижу геометрию. Дэш. Ой, это не геометрия, дэш. Это как-то туда. Я не понимаю, я как правда туда добраться. Нет, мне нужно вон туда. Может, по вот этой? Нет. Вот то я не долечу, наверное. А я знаю как. Нет, я не знаю. Нет, это кажется никак. Наверное, это я неправильно что-то делаю. Наверное, не туда надо залезать. Или туда. Вон, я вижу какой-то дейзер. Или это просто. Если я уйду отсюда, то пишите в комментариях, что сюда я правильно залезала или нет. О, класс. Туда надо еще. Ой, чуть не улетел, блядь. Ну, вроде это понятно. Так, ну, вроде я все правильно делал. Главное не свалиться. О, давай, давай. Е-е-е. 33. Включаем. И тут надо лететь. Давайте туда. Теперь я как помню, надо полететь вот вон туда. Да блин, а как туда долететь-то? Опять все заново делаем. Твою ж мать. Кстати, правда, нахрен мне в пожар в третьем акте надо было это. Можно прям сразу сюда? Прям
сразу сюда. Ну вот прям сразу и перелет, когда он мне уже не был не нужен, когда он мне уже нужен был. Когда он мне уже не нужен, бля-бля-бля. Оп. Ну конечно, я ж там падаю. Сука, блядь. Давайте хоть попробуем. Да, получилось немножко. Смотрите, у меня мозги. Спасибо вам за мазочки. Желаю вам благодарен. Сходим обещаем магазин. Смотреть на... Придется идти за...
места нет эту запись сделать. Далеко-то. Ну не зря же там это сделано. Надо тут лезть как-то. Здесь нет. Здесь нет. Я же здесь был уже. Нет смысла обыскивать магазин. Тут нету, я все забрала. Я тоже все обыскала. Да в магазине ничего нету. Что вам надо от этой девки? Пустите меня, а еще бомж здесь. Не, ну я пошел. Пока-пока. Что-то надо сделать. Отсюда вам нет, я не долечу. Давайте рискнем. Нет. Нет. Запрыгнуть, я не понимаю. На крышу. Я на крышу. Сюда. Опа, все. Лопата. Наша подсказка. Спасибо большое. Очень помог. Вот. Каких могилок? В какой-то еще могиле, я не помню именно в какой. Вроде в какой-то еще могиле.
кладбищу бегать. Я уже устал это проходить. Просто взял и застрял на... А! Телефон? Два не хватает. Я его заметил, он меня заметил. Как ты меня задрал, пад, боже. Скапывать. Какой жопе ты мне еще скапывать? Только в могилах. Я только две скопал. Мне-то несколько мозгов. А я пройду. Тут я скопал. Где я еще-то не скопал? Ходить. Тратить свои жизни, мозги, а потом бомбить и остаться без компьютера. О, тут нет. Не думал, скапывать надо было, порадовался уже. Где еще так пойдем? Вроде везде все раскопал.
Чего? Я задним, мозгом не пришел. Оставил его, потом хотел за ним прийти, а потом про него забыл. Вот и я думаю. Где-то это потом напишу. Банкал меня уже. Кто-то заколебанкал меня уже. Что он меня уже видит во сне? Могилу не раскопал, наверное. Ладно. Допустим. Где-то я еще не раскопал. Как он меня заколебал? Он не потерял. Хорошо или плохо? Ой-ой-ой. Он где-то рядом. Да ты меня задрал уже. Наверное, где-то там надо раскопать. Если он меня поймает, это очень плохо. Очень плохо. Я всего лишь-то прохожу его с одной смертью. Ой-ой-ой. О, тут аж магин-то и нет. По-любому. По-любому где-то я мозг. Вспомнил. Вот. Вот. Один мозг у меня лежит, падла. Мозг. Я не знаю, где он. Я не знаю, где они. Где эти мозги проклятые? Здесь их нет. 25. Их и в магазине нет. Надо даже в магазине, обыскать весь. Там нету мозгов. Если здесь какие-то мозги, то я вообще задум. Там нету, Где еще-то могут быть? Нет, перелеты эти гребаные. Я уже с ума схожу от этих перелетов.
бомбить начинаю. И тут мозга никакого, мозга никакого нету. Нигде мозгов нет. Тупо нету мозгов. Еще эти перелеты меня уже достали. Везде то долетаю, то не долетаю. Еще такие холодильники высокие делают. Делать что ли нечего было? Только эти гребаные. Ой, да еще я не забрался. Я везде уже обыскал, этих мозгов нигде нету. Где я еще этот мозг упустил? К жопе. Там нету, там еще не смотрел. Да блин! Я не понимаю. Эти перелеты меня уже достали. Кого? Коробки специально так делают. Умеют. Ой, вот так хоть в коробке вот две, хоть бы мозга бы два было. Ну там нету, тут нету, сейчас здесь не будет, там уже нету. Где я их просрал? Тут нету, я же смотрел. Нету. Там смотрел. Тут тоже нету. Я устал. Это проходить. Можно не поснись. Здесь нету. Весь магазин обыскивать буду. Потому что я не знаю, где эти гребаные. Да дальше нет, все, я все посмотрел. А, нет. Я тут посмотрел. Опачки. Говорил же, что здесь мазочки. Ой, наконец-то хоть прошли. Спустя час. У меня еще это видео загружаться будет. Всем спасибо за просмотр, если смотрели мое долгое видео, что мы прошли четвертый акт. Наконец-то, господи! Всем пока. Теперь мы искать будем.